Всем большой привет! Я очень рада вас снова видеть на своем канале. Сегодня будет видео, о котором вы давно меня просили. Видео про одежду, про мой гардероб. Я вам покажу свои летние образы, те, что я уже ношу и еще планирую носить в ближайшие месяцы. Здесь будут образы разные, будут для города, для прогулок с малышом, для поездок на природу, будут даже вечерние образы для каких-то летних мероприятий или выходов. Но, конечно же, это не вся моя летняя одежда, у меня ее действительно много, но справедливости ради скажу, что не все я сейчас ношу, не все мне сейчас подходит, потому что я кормлю малыша. И в этом видео я покажу именно то, что ношу сейчас, что мне сейчас близко по настроению и, в принципе, мне подходит. Я это видео снимала постепенно, каждый день по одному, максимум два образа, потому что снимала с малышом, когда он здесь ползал или спал. Так что все кусочки, все образы будут из разных дней. Ну что ж, давайте не будем затягивать, я начну вам рассказывать про каждый образ и показывать его на себе. Первый образ самый легкий, летний, он идеален для жары, и мне кажется, что он такой даже пляжный. Это белая рубашка изо льна и клетчатая юбка, это клетка виши в нежно-голубом цвете. Этот образ действительно очень легкий и простой, если его сочетать с вот такой плетеной сумкой, с босоножками, с солнечными очками, то он будет идеален для пляжа. Но если добавить, например, черный ремень, черную обувь, какую-то интересную сумку, то он станет уже более городским. Также можно добавить передник, балетки, надеть какую-то более романтичную нежную блузу, и будет образ для какой-то загородной поездки, больше в эстетике коттедж-кор. В общем, этот образ универсальный, и покажу вам несколько его вариаций. Одна из моих самых любимых вещей в этом летнем сезоне – это джинсовый сарафан. Мне очень нравится, что он привнес в мой гардероб что-то новое. Это по-прежнему винтаж, но в каком-то другом прочтении. Это больше про конец 80-х, 90-х, начало 2000-х, про любимые фильмы детства, вроде «Ловушки для родителей» или «Завтрак с Эйнштейном». В общем, для меня это что-то очень уютное про детство, и сейчас мне очень нравится надевать его на прогулки с малышом. Помимо того, что это очень удобно, еще и огромное количество образов можно составить с одним сарафаном. Просто под низ надеваешь разные рубашки, блузы, топы. Также под низ можно надеть и платье. Можно сочетать его с разными ремнями, обувью, сумками. В общем, получается огромное количество вариантов. Мне сейчас очень нравится сочетать его вот с такой блузой черного цвета. Она в мелкий цветок, бордовым ремнем, бордовыми туфлями и вот такой плетеной сумочкой. Также в солнечную погоду я надеваю вот такие солнечные очки в роговой оправе, тоже в таком винтажном стиле.
comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I say, it's alright. Leaving, darling, it's been a long, cold, lonely winter. Leaving, darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Для меня никогда не было проблемой носить то, что мне нравится. Я могу ездить в платьях на дачу, на природу, работать в них в саду. И сейчас с малышом совершенно ничего не изменилось, я продолжаю носить свои любимые вещи. Единственное, что под рукой, всегда должно быть средство, чтобы быстро и эффективно справляться с пятнами. Мне в этом помогает универсальный пятновыводитель и отбеливатель Мой Рэббит. Это экологичное средство, которое не тестируется на животных. И еще, что очень для меня важно, оно гипоаллергенное и без химозного запаха, поэтому его можно использовать для детских вещей. Им можно вывести любые пятна на одежде и мебели. Можно использовать для уборки кухни, ванной, чистки ковров. В общем, одно средство заменяет килограммы химии и кучу упаковок, экономя место на полках. Порошок нужно просто растворить в горячей воде и замочить в ней вещи. Или же нанести средство на загрязненную область. Заказать Мой Рэббит можно по ссылке в описании под видео, а также на Wildberries. Еще один элемент моего летнего гардероба – это чайное платье. Сейчас под ним понимается платье длины миди, чаще всего из натуральной ткани, легкого фасона и с цветочным принтом. Но вообще это платье появилось во второй половине 19 века. Это был наряд, который женщина могла надеть сама и надеть без корсета. То есть оно было более легкое, свободное, неформальное и считалось элементом именно домашней одежды для после обеденного чаепития. Сейчас, конечно, оно видоизменилось, и на моей памяти уже, наверное, раза три возвращалось в моду, и сейчас снова очень актуально. Такие платья можно найти в масс-маркете, в локальных брендах, можно сшить на заказ или сшить самой. А я свое платье нашла на Авито, это винтаж из Англии. У него очень приятная хлопковая ткань и красивый рисунок. Здесь тюльпаны, ирисы, нарциссы, колокольчики. В общем, оно именно классическое цветочное, каким и должно быть чайное платье. Я бы такое платье надела на пикник, на прогулку в парк, в гости к друзьям, например, в загородный дом. В общем, для неформального случая и скорее на природу. Я бы его дополнила плетеной сумкой или плетеной корзиной для пикника и солнечными очками. У меня вот такие розовые. Thank you.
Я очень люблю вещи изо льна, их у меня много не только в летнем гардеробе, а в принципе я ношу их круглый год. Но летом они, конечно же, особенно актуальны, потому что ткань натуральная, дышащая, и в ней очень комфортно в жаркую погоду. Платьев у меня подобных очень много, не буду вам их все показывать, но хочу вам показать именно вот это красное, потому что оно мне ассоциируется со спелыми ягодами, с клубникой, малиной, вишней. В нем есть что-то такое лесное, несмотря на то, что оно очень элегантное. И мне нравится сочетать его вот с такой плетеной корзинкой, сумкой. И мне кажется, что смотрится очень атмосферно по-летнему. Для более прохладной погоды, которая летом тоже, конечно же, бывает, у меня есть вот такое платье. Оно очень сложного серо-зеленого цвета и на самом деле очень базовое. На вешалке оно выглядит совершенно непривлекательным, каким-то балахоном, но именно такие вещи очень хороши для того, чтобы комбинировать их с чем-то интересным, необычным, и в целом получаются гармоничные образы. Такое простое базовое платье можно также обыграть при помощи ремня. Под низ можно пододеть цветной или кружевной подъюбник, на шею повязать какой-то платочек. Или у меня есть, например, вот такая кружевная косынка. Мне тоже очень нравится, как с этим платьем она смотрится. Также можно добавить какие-то интересные украшения или, например, часы. У меня появились вот такие часы в винтажном стиле. Они от белорусского бренда Хвелина. И знаете, что в них необычно? Помимо того, что они очень красивые, они вдохновлены викторианской эпохой и первой женщиной-программистом графиней Лавлейс Августой Адой Кинг. Здесь на часах есть несколько отсылок. На циферблате, например, вместо 12 и 6 здесь X и Y, переменные, которые отсылают к первой программе, которую написала графиня. И также с обратной стороны есть ее цитата, здесь гравировка: «Воображение – это способность к открытиям». Мне очень нравится, когда вещи не просто красивые, а они с историей, о них есть что рассказать и в них есть что-то интересное.
Этот образ, как мне кажется, идеален для жаркой погоды. Он состоит из рубашки свободного кроя и юбки на запах. Ее также можно носить как передник. Вообще, мне очень нравится, что это именно отдельные вещи, и их можно сочетать с другой одеждой, и будут получаться разные комплекты. Единственное, что это юбка на запах, и она еще просвечивает, поэтому обязательно нужно носить что-то под низ. Я надела кружевной подъюбник, и мне кажется, что смотрится интересно. Но в будущем я бы хотела какой-то однотонный именно молочный подъюбник, чтобы он был не на резинке и не создавал лишнего объема в талии. Если носить этот образ, например, на пляж, то я бы его дополнила вот такой широкополой соломенной шляпой, может быть, сумкой для пляжа, у меня пока такой нет, и солнечными очками, у меня вот такие кошечки. Но в городе его можно носить без шляпы, например, с черной обувью, какой-то черной сумочкой или той же плетеной сумкой. И мне тоже кажется, будет смотреться здорово. Я буду очень тихо говорить, надеюсь, вы меня простите. В соседней комнате спит малыш, и я не хочу его разбудить, но хочу вам рассказать про это платье. Я его заказала на днях, совершенно спонтанно, ночью, после того, как уложила малыша, я его увидела и совершенно влюбилась. На самом деле, я постоянно нахожусь в поиске идеального цветочного платья, и мне кажется, что это оно. Кстати говоря, это тоже чайное платье, о котором я вам уже рассказывала. Сейчас я это платье не могу носить на постоянной основе, потому что в нем невозможно кормить, но при этом оно просто идеально для каких-то летних мероприятий, которые тоже в моей жизни случаются, когда я хожу куда-то без малыша ненадолго. Это платье, мне кажется, идеально подходит для летней свадьбы, для той же презентации или какой-то встречи, которые у меня периодически бывают, поэтому я очень рада, что я его купила. Я вам хочу показать два варианта, как можно его носить. Первый более повседневный, как вы меня видите в нем сейчас, с простыми балетками, с кожаным ремнем на талии, со шляпой. И второй вариант – это более нарядный, с собранными наверх волосами, в красивых туфлях, с клатчем. В общем, более такой праздничный вариант. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. Shows if I'm honest, you're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Еще хочу пару слов сказать об этом ремне. Я его нашла в Манго, кстати, этот магазин еще работает. Я его сразу купила, не задумываясь, и когда приехала домой, я сначала пожалела об этой спонтанной покупке. Мне показалось, что он слишком женственный, слишком детальный, и с моей одеждой будет перебор. Я обычно выбираю ремни более грубые, а-ля мужские, чтобы уравновесить образ, снизить градус женственности. Но когда я примерила этот ремень с этим платьем, мне так понравилось. Мне кажется, что он напоминает стиль дизайнера Лены Хошик. У нее была подобная коллекция, тоже цветочные платья, и часто у нее такие ремни. Поэтому мне очень нравится, и я обязательно буду примерять его еще с другими образами. Возможно, он вообще станет моим любимым. Thank you.
большое вам спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Может быть, вы просто провели со мной приятное время, а может быть, оно вдохновило вас на то, чтобы разобрать свой гардероб, придумать какие-то новые сочетания или присмотреться к какому-то новому стилю. Вообще, у меня в планах снять вторую часть про летний гардероб, потому что в этом видео я не показывала вещи из своей коллекции, а на самом деле ношу их очень часто. Все прошлое лето я их проносила, и в этом году тоже ношу их очень часто. Если вам это интересно, то, пожалуйста, напишите в комментариях, делать ли продолжение и показывать ли вещи из моей коллекции. В общем, еще раз вас благодарю и до скорой встречи. Пока-пока!